Да. Привет. Привет. Всем привет. Всем привет. Просто пятница уже давно-давно началась, уже скоро закончится, а мы вот только выбрались из дома, потому что днем выбираться никуда не хочется. Большая жара. Большая? Жара. Жара. Hot. Hot is the weather. Баня. Easy. Баня. Сейчас выглядим. Вот. Вот там. Да, у меня мои кедики любимые, Пума. Скоро он пойдет на мое видео. Завтра же начну снимать видео о наших здании, о нашей квартире, как и обещала. Вот. How do you feel weather now? Weather is I want to fast to feel AC as much as it can. I want it so much, so fast. AC? Yes. And just I can imagine what is the hell now inside our car. That's light and closed. We covered. I don't think this is yes, this is hell, but not too much. It's like, you know, it's like start of hell. Not deep inside hell. Я сейчас говорила о том, что в машине у нас очень жарко, как в аду. И мы закрываем обычно специальным таким перекрытием машину. Окна, чтобы солнце не выпадало, по крайней мере на сиденье, потому что они кожаные. И Ахмед сказал, ну не такой же и ад. Я говорю, ну это начало ада, как бы не совсем глубина. Ну что я вам скажу? Штанишкам горячо! Эван Белт, сход. Поехали. After work, when I was car, how to? Я как после баньки пишу. Can you imagine? Yes, after work it's totally someone torturing but, you. But you can go to turn this AC on and before 15 minutes when you left. Just to have mind courses. Just have this mind. Each day it will help you. Ахмед мне сказал, что могу ли я представить, как будет в машине после его работы, после того, как он оставляет машину на целый день рядом с офисом и потом садится и едет домой. И я ему посоветовала всего лишь за 15 минут выйти пораньше с работы, включить машину, опять поработать и потом спокойно ехать уже в такой свеженькой машинке. У нас русский сын, другой менталитет. Время 6 часов вечера. Мы едем куда? Where will we go? Мол в Демирейтс. Окей, но шелфус today. Но вот? Шелфус today. Мол в Демирейтс, she asked. Do you agree or not? Let's leave Мол в Демирейтс. Shelf we can buy in any days. And for next Friday you can fix this. Мы решили Машульке покупать комнату не отдельно стоящий шкаф с полками для книг, для каких-то мелочевок, для коробочек для ее, а сделать две полки над столом, потому что тем самым мы сэкономим место и не будет нагромождено куча мебели, чего я очень люблю, потому что это, естественно, собирает пыль и надо все это дело расставлять там внутри аккуратно. Вот, полки все-таки, они у тебя под рукой будут, книги, не надо никуда вставать, ничего. Сейчас, в данный момент, у нее все хранится в специальных боксах, она накупила себе специальные боксы, складывает в них там книги и под стол. Соответственно, все под столом в этих боксах пластиковых. Это, конечно, не для меня, как для мамы, хоть это ее комната, но как бы я стараюсь ей это прививать. Какие-то пути решения более
наглядно, чтобы это было, и чтобы это было полезно и удобно. Вот. Мы приехали в Mall of the Emirates сегодня, чтобы купить кое-что к моему путешествию в Москву. И сейчас сидим в Gianfranco Ferré кафе. Не знаю, слышно меня? Нет? Надеюсь, слышно. И я заказала всего лишь один салатик, где увидела, что есть авокадо, свекла и что-то там еще из овощей. А в итоге мой муж так переживал, что я плохо кушаю. И в итоге посмотрите, как выглядит этот салатик. Воля. Вот такая порция. Я тут не знаю, что, если честно, так и не поняла, что это вот здесь в этих кулечках. Вот авокадо, вот зелень, вот там свекла, которую я, в принципе, ожидала увидеть. И вот порция моего мужа. И вот моя порция. У меня еще пина колада. Молоко с ананасом. Смотрите, какая сумочка красивая. Сейчас очень модно эту сумочку носить на руках. Вот. Направление вот так. И если это у нас осенний цвет, то для зимы мы можем позаботиться и добавить кушучи, каучук, цу. Вот maybe to be till the end. Вы добавляете вот так и носите вашу сумочку уже в зимний вариант. Пожалуйста. Да, и сумочка очень надежная. Посмотрите, какая у нее ручка. И внутри тоже она очень вместительная. Вот. Таким образом. Очень красивая вещь. Как не бывает зимы, то это считается зимний вариант. Вот, смотрите. Покажу универсальную, смотрите. Оп-ля. Оп-ля. Да, сюда не войдет телефон, скорее всего, но сюда, по крайней мере, войдет ваша пудра, помада, деньги, карточка. Очень интересно. Тапочки на меху тоже сейчас в моде очень. Тапки. Которая универсальная, можно носить на руке, затянув вот здесь вот посильней, вот таким образом. Также к сумочке идет такой ремешок, который вы можете одеть, и носить ее на ремешке. Soft.
очень удобные. По крайней мере, так кажется, мягенькие. Вы можете пяточку загнуть и носить их без пяточки. Да. Также есть кожаные, черные, тоже загибаете пяточку, носите. Либо так. Сумочки здесь очень красивые. Смотрите, здесь есть для мам и для детишек подобрать вариант обуви. Посмотрите. Вот, пожалуйста. Вот для дочек, и там где-то были для мам такие же. Да. Привет. Привет. Всем привет. Всем привет. Просто пятница уже давно-давно началась, уже скоро закончится, а мы только выбрались из дома, потому что днем выбираться никуда не хочется. Большая жара. Большая? Жара. Жара. Hot. Hot is the weather. Баня. Easy. Баня. Сейчас выглядим. Вот. А, look today. Вот там, вот там. Да, у меня мои кедики любимые, Puma. Скоро он пойдет на мое видео. Завтра же начну снимать видео о наших здании, о нашей квартире, как и обещала. Вот. How do you feel weather now? Weather is I want to fast to feel AC as much as it can. I want it so much, so fast. AC? Yes. And just I can imagine what is the hell now inside our car. Yeah, it's tight and closed, covered. I don't think this is, yes, this is hell, but not too much. It's like, you know, it's like start of hell. Not deep inside hell. Я сейчас говорила о том, что в машине у нас очень жарко, как в аду. И мы закрываем обычно специальным таким перекрытием машину. Окна, чтобы солнце не выпадало, по крайней мере, на сиденье, потому что они кожаные. И Ахмед сказал, ну не такой же и ад. Я говорю, ну это начало ада, как бы не совсем глубина. Ну что я вам скажу? Штанишкам горячо! Эван Белт, сход. Поехали. After work, when I lose car, how to... Я после баньки пишу. Can you imagine? Yes, after work, it's totally... Someone told but, you. But you can go to turn this AC on and for 15 minutes when you left. Just to have mind for this. Just have this mind. Each day it will help you.
Ахмед мне сказал, что могу ли я представить, как будет в машине после его работы, после того, как он оставляет машину на целый день рядом с офисом и потом садится и едет домой. И я ему посоветовала всего лишь за 15 минут выйти пораньше с работы, включить машину, опять поработать и потом спокойно ехать уже в такой свеженькой машинке. У нас у русских сын другой менталитет. Время 6 часов вечера. Мы едем куда? Уроки. Ну что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Ну это же золотая вещь. Зачем ты ее грызешь? Уроки.